2020 год – это начало нового десятилетия. Поэтому для многих знаков зодиака это несомненный шанс начать что-то новое. 2020 год принесет представителям этих знаков суперудачу. Овнов в 2020 году будут оберегать все звезды. Они будут заряжены новой энергией и полны сил. Их будет преследовать успех. Однако расслабляться не стоит, как и не стоит терять мотивацию к большему. Овнов ожидают новые открытия, интересные места и приключения. В личной жизни все сложится хорошо. У многих овнов появится пара. Овнам ни в коем случае не стоит сидеть дома и проводить время в одиночестве. Что касается финансовой стороны, то все будет полностью идеально. Овны могут заняться собственным делом и основать свой бизнес. Результаты от этого не заставят себя долго ждать. Плоды от построенного бизнеса можно будет увидеть практически сразу. Овны – хорошие стратеги. Ведение бизнеса и управление большими компаниями у них получается отлично. Для львов откроются отличные возможности подняться вверх. Удачным решением будет поехать в путешествие, либо вовсе уехать за границу. Это уникальный шанс построить новую жизнь и начать все сначала. В другом городе, либо в другой стране, львы смогут реализовать свой профессиональный потенциал и подняться по карьерной лестнице вверх, покоряя новые вершины. Однако, если львы останутся на прежнем месте работы, то ни в коем случае не стоит ссориться с коллегами. Это также касается отношений с начальством, от которого зависит ваша судьба в конкретной компании. Ругаться с начальством – это дело последнее, и ни к чему хорошему это не приведет. На личном фронте также все будет складываться удачно. Есть хороший шанс найти свою любовь. Этот год будет благоприятным для пополнения семьи детьми. Что касается новых начинаний и несбывшихся желаний, то можно смело начинать их реализацию. Все, за что в этом году возьмется лев, обязательно получится отлично. Глобальные успехи ждут козерогов на карьерной лестнице. Год станет удачным для них, чтобы реализовать себя как профессионалов в своем деле. Успехи в работе начнутся уже в начале 2020 года. Это касается увеличения заработка и общего уровня доходов. Если козероги начнут грамотно и логично относиться к тратам и накоплениям, то смогут решить свой жилищный вопрос крайне быстро и удачно. Но в этом году много денег уйдет на подарки близким и содержание семьи. На личном фронте будет хорошо и у холостых козерогов, и у женатых. Одинокие найдут свою вторую половинку, а те, кто уже нашел, будут абсолютно счастливы вместе. Козероги думают только о своих близких и часто забывают о себе. Поэтому иногда следует побыть эгоистом и позаботиться только о своем самочувствии, побаловать именно себя.